завершена проходка одного из двух самых длинных тоннелей в Израиле протяженностью 11,5 километров. По нему пройдет железнодорожная ветка Иерусалим-Тель-Авив. В ближайшее время завершатся работы по прокладке второго такого тоннеля. Работы ведутся двумя тоннелепроходческими комплексами, привезенными из Германии. Средний темп прокладки – 20 метров в день. Протяженность линии Иерусалим-Тель-Авив составит 57 километров, и из одного города в другой можно будет добраться за 28 минут, не включая остановку в аэропорту Бен-Гурион, потому что планируется скорость движения – 160 километров в час. В первый год работы новой линии по ней пустят 3 поезда в час в обоих направлениях. В часы пик будет добавлен еще один. Предполагается, что за день поезда перевезут около 15 тысяч человек, то есть около 4 миллионов пассажиров в год. Железнодорожная ветка возьмет начало на станции Аума в Иерусалиме, которая строится на глубине 80 метров под землей. Она будет оснащена эскалаторами и лифтами для спуска и подъема пассажиров. Этот металлический штырек – старейшее изделие из металла, когда-либо найденное на Ближнем Востоке. Его обнаружили при раскопках в долине реки Иордан. Это шило миллиметровой толщины и длиной 4 сантиметра. Его возраст не меньше 6 тысяч лет. Ранее ученые считали, что в этих краях люди начали использовать металлы гораздо позднее. Впрочем, дело одних ученых что-то утверждать, дело других – опровергать. Бюллетень «Шафар» опубликовал статью о песнях на русском языке, которые создали хабадники в советскую пору. Она начинается словами: «Когда человек поет, его душа стремится к объединению с высшим источником, и тогда создается нечто подобное духовному кругу между ним и Всевышним». В статье говорится: «Можно с уверенностью утверждать, что испытавшие эмоции от хасидского группового пения наверняка ощутили внутреннюю хасидскую энергию, охватившую их в те минуты». Иногда в эти песни включены слова и целые строчки на иврите, идыш, украинском. Хасидские напевы стали неотъемлемой частью еврейского быта.